Как правильно вставлять и вынимать переходник с одуванчиком Лушникова и с линзой М42 Nikon и как его программировать. Итак, мы имеем переходник с линзой и одуванчиком Лушникова М42 Nikon. Линза нужна для того, чтобы компенсировать рабочий отрезок на объективах с резьбой М42 и чтобы появилась бесконечность. Без линзы фокусировка будет всего на 1,5 метра или даже меньше. Итак, берем переходничок. Красную точечку совмещаем, как обычно, с белой точкой на камере. Утапливаем и поворачиваем до щелчка. Все очень просто. Включаем камеру. Данный переходник у нас уже запрограммирован. Как видите, значение диафрагмы меняется от 2 до 16. Фокусное расстояние, прошитое в одуванчик, 50 мм. То есть его можно использовать с любыми гелиосами серии 44. Вот, но в данном случае нам требуется запрограммировать данный переходник под объектив Зенитар, у которого максимально открытая диафрагма 1,7. Для этого мы переводим камеру в режим М и делаем снова 3 последовательных снимка на одной. Пяти и снова на 1 секунде. Одуванчик, как видите, входит в режим программирования, и мы ждем, когда на экране появится значение 2,8, чтобы ввести самое широкое значение диафрагмы. Как видим, диафрагма начинает меняться. Нам нужно дождаться 1,7. Все, самое широкое значение диафрагмы запрограммировано. Выключаем камеру. Снова ее включаем. Как видите, сейчас у нас диафрагма не меняется, потому что нужно запрограммировать теперь самое узкое значение. Снова делаем 3 последовательных кадра с экспозицией в 1. Пять. И снова 1 секунды. Теперь мы ждем значение 40. И ждем, когда у нас появится значение 16. После того, как будет введено самое узкое значение диафрагмы, одуванчик будет готов к работе. На данном переходнике есть особенность. У многих объективов с резьбой М42
при фокусировке на бесконечность очень далеко выдвигается назад задняя линза за пределы резьбового соединения. При установке такого переходника, который имеет высокую оправу встроенной линзы, возможно упирание на расстояние приблизительно соответствующее 8-10 метров. Вот. Для того, чтобы линзоблок не упирался в оправу линзы, эта оправа снимается и аккуратно стачивается буквально на 1 или на 1,5 мм. И упирание заднего линзоблока в линзу уже не происходит. Вы получаете бесконечность, а также возможность снимать на всех остальных расстояниях. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот, пожалуйста, как вы видите, оправа встроенной линзы имеет серебристый оттенок, что означает, что она сточена. Теперь посмотрите, как просто снимать данный переходник с камеры. Нажимаем на кнопку фиксатора объектива на камере, поворачиваем переходник по часовой стрелке и аккуратно его вынимаем. Демонстрирую еще раз, как вставить. Совмещаем красную точечку с белой. Как видите, утапливаем полностью переходничок и поворачиваем против часовой стрелки. Все. Мы видим, что одуванчик работает. Диафрагмы теперь у нас изменяются. Спасибо за внимание.